Саня, капитан команды «Торпедо Малинки». Только что закончилась игра, ничейный результат. Как по-вашему, удача, либо нет? Плохо, очень плохо. Надо было побеждать. А поконкретнее, можно что-нибудь устроило? Мне кажется, только в конце. Ну, приехало 7 человек, все равно после новогодних праздников, салатики там везде. Ну, тяжело пока, тяжело. Ну, не забили мы. Хотя моменты были, и забивали нормально, хорошо бегали, но плохо, все равно плохо. Понял. Расчет какой на будущее? Первое место хочу. Как иначе-то? Надо защитить чемпионство. Первое место. А если игры будут проходить в дальнейшем с таким же уклоном? Все равно выиграем. Все равно все выиграем. Все равно сыграть. Да. Все, понял. Спасибо тогда за комментарии. Всего доброго. До встречи на полях.